принципе, семья – это прежде всего это взаимопонимание, взаимоуважение, ну и, конечно, любовь. Сейчас для меня это важнее всего. Хочется двигаться в этом направлении, как женщине. Быть женой, домохозяйкой, мамой. Это же и мораль, и материальная поддержка. Семья – это и радость, и переживания вот за таких вот. Правильно? Они же радость доставляют. Вот так жизнь идет, и кажется, что это все нормально, так и должно быть. Дети, внуки, вот она и есть семья. И радость семьи в этом, что дети, внуки. Ну, это самое главное. Вот. Пока были дети маленькие, они радовали, все для них делалось. Когда внуки уже начали появляться, у меня сейчас трое внуков, ну, один внук и две внучки. Вот сейчас дочка с внучкой приехали, отдыхают, вчера гуляли. Это уже самая большая радость, когда есть внуки, когда знаешь, что что-то свое можно хорошее передать им, чтобы у них тоже это осталось. Ну, семья для меня – это все. Семья – это моя, с родителей начинается, с моих бабушек, дедушек. Семья – это мои дети, теперь уже внуки. Вот это все моя семья. Как оказалось, у многих есть и свои семейные традиции. Это семейные праздники, прогулки по городу и даже образ жизни. У нас есть семейная традиция, потому что у нас выходные – это суббота-воскресенье. И мы собираемся всей семьей. У меня большая семья. У меня есть папа, сын, сноха, дочь, внук. Поэтому мы все собираемся вместе. У нас есть какие-то определенные игры даже. Типа лото зимой, летом – это дача. И это традиционно. У меня сын живет в Сибири. Прокопьевские. Приезжает каждый день, мы ждем его. Это у нас получается как Новый год, как 8 марта, как день рождения. Спортивные, заниматься спортом и служить, как говорится, родине. Вот. Что-то делать для людей.